Привет всем, с вами Натали, и сегодня я хочу показать вам свои покупки с сайта AliExpress. Сразу говорю, что это видео не спонсировано, несмотря на то, что каждая из этих вещей, точнее все из этих вещей куплены у одного продавца. Просто мне очень понравился этот магазин, я решила, в общем, там затариться. И сразу хочу предупредить, люди, которые не любят розовое и всякое такое милое и кавайное, могут выключать это видео, потому что вас просто будет тошнить, рвать, метать в разные стороны, вам будет... нехорошо, если вы будете смотреть это видео. Ну, а те, кто все это любит, так же, как и я, оставайтесь со мной. Итак, пожалуй, начну я с вещи для кухни. А именно, это мерные ложечки, если это можно так назвать. Они из Hello Kitty. Как мы видим, каждая ложечка в форме сердечка розового. И на основании каждой ложечки головка Hello Kitty. Также здесь написано Hello Kitty. И написано объем ложечки каждой. Я их хотела уже давно. И вот, наконец-то, я их купила. Теперь у меня такие моднецкие ложечки будут на кухне. Кстати, ссылки на все товары, которые я сегодня покажу, будут в описании этого видео. Следующая вещь тоже для кухни, а именно это губка для мытья посуды. Тоже розовая, насколько вы видите. Ну, я же сказала, что все розовое. Здесь она более шершавая, то есть, чтобы отмывать уже там более такую заедлую грязь и жир. А здесь мягенькая. И здесь нарисованы вот у нас Hello Kitty. Но мне кажется, что они очень быстро отдерутся, если ей, ну, вот прям на постоянку пользоваться. Далее идет такая вот вещичка. Это пластыри для пальцев, если вы порежетесь. И здесь, конечно, не очень много, я вам скажу. Вот, каждый пластырь с Hello Kitty. В общем, если вы порежете пальчик, то это будет не обязательно грустно и нужно плакать. Вы всегда можете вспомнить, что у вас есть Hello Kitty, которую вы можете приклеить на пальцы, на пальчик на свой и радоваться. То есть, если вы порезались, нужно кричать: «Ура! Я ведь иду приклеивать киску!» Я иду приклеивать киску и свою кровищу, вы заляпываете Hello Kitty. Дальше идет вещь, которая очень... и очень нужна летом. Хотя уже, конечно, начался август, но скажите, бывает даже сентябрь жаркий. Именно это веер. То есть выглядит он в сложном состоянии вот так. Не знаю, что за материал. Какая-то плотная полупленка, полупластик. Здесь у нас опять же Hello Kitty. Здесь много маленьких Hello Kitty. Я не знаю, что еще сказать на самом деле. Машет он шикарно. Ну, то есть обдув хороший. Вот прям видите, челка аж прям колом практически встает. Это сушилка, ну, для нижнего белья, но, мне кажется, нижнее белье не очень удобно. Скорее всего, для носков. Это сушилка для носков. Что вам сказать? Ну, да, она удобна. Здесь есть крючок, понятно, вы можете повесить куда вам хочется, там в ванной или на балконе. И на каждую прищепочку с Hello Kitty вы вешаете свои носки. Желательно, чтобы носки тоже были с Hello Kitty, а то как-то, ну, понимаете, не очень. Если здесь будут сушиться обычные мужицкие серые или черные носки, ну, как-то не айс, не айс. Вот если носки с Hello Kitty, то самое то. В общем, Валера, когда это увидел, он сказал... Ну, точнее, он ничего не сказал, он сделал вот так. Так, далее идет у меня для ванны вещица. Вот такая. И это шапочка для душа. Опять с Hello Kitty. Материал очень плотный, то есть она вам прослужит долго. То есть она далеко не с первого раза порвется, я вам скажу, не с первого. И она вместительная, то есть, в принципе, она налезет у меня даже на Валеру. Налезет на меня, на Валеру. Ну вот кошарчики, конечно, будет великовато, жалко. Следующая вещь, и она предпоследняя, это то, что я больше всего ждала из этого заказа. Больше всего я это ждала. Кстати, отвечу сразу на вопрос. Меня спросили: Наташа, ты взрослая девушка, неужели тебе на самом деле нравятся все эти побрякушки? А некоторые делают вывод, что со мной что-то не так, если я это люблю. Я вам скажу. Да, мне на самом деле все это нравится. И это не значит, что со мной что-то не так. Эти вещи просто доставляют мне огромное удовольствие, позитив и повышают настроение. Вот. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, поэтому не нужно писать глупости. Так. Что это? Ну, вы догадываетесь по упаковке, что это? Это шторка в ванную. И она с Hello Kitty. Кстати, сейчас после видео, наверное, пойду вешать ее. Итак, вот набор колечек, как обычно это бывает. И сама шторка вот такая. Белая, полупрозрачная. Здесь повсюду Hello Kitty, она тоже в ванночке лежит. В общем, обалденная вещь. Знаете, когда увидел на AliExpress ее... Да, мне сначала показалось дороговато, потому что она стоит, ну, вы увидите, если ссылка еще жива, я оставлю, дороговато, но я думаю, ну, это же эксклюзив, где я у нас во Владимире найду
с Hello Kitty шторку в ванную надо брать. Ну и последнее это татуировки. Дело в том, что у меня нет ни одной татуировки, хотя я очень хочу. Здесь есть две татушки. Вот, собственно, все. Это был весь мой заказ. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте большой пальчик вверх. И мне будет очень-очень приятно, если мы наберем к этому видео 15 тысяч пальцев вверх. Но на этом, пожалуй, буду с вами прощаться. Мы увидимся с вами совсем скоро в моих следующих видео. Всем пока!